Природа человечества изменилась. Сначала у нас была определенная ситуация, которая подходила в период сотворения Богом человечества, но теперь есть другая обстановка, в которой мы живем. Мы все еще сотворены по образу Божьему. Но этот образ, он стал искаженным. Мы стали грешниками с грешной природой. Псалом 55 стих. Псалом 55 стих. Sorry, just a second. Значит, там, где весь беззаконие родился, я в грехе зачала меня мать моя. Наше естество, оно было искажено. Мы утратили возможность угождать Богу сами по себе. Коринфянам 2:14. Душевный человек не принимает того, что происходит от Божьего Духа. Для него это бессмыслица. Более того, он не способен уловить смысл духовного, так как оценку духовному можно дать только посредством Духа. Римлянам 3, с 10 по 18 стих. Как говорит об этом Танах, нет ни одного праведного, ни одного никто не разумеет, никто не ищет Бога, и все отвернулись и в это мгновение стали бесполезными. Нет ни одного, кто знает доброту, ни одного. Их глотки — открытые могилы, языками вводят в заблуждение, змеиный яд под губами их. Их уста полны проклятий и горечи, их ноги торопятся пролить кровь. На путях их разрушения и муки, и путь шалома неизвестен им, нет страха Божьего перед очами их. Напоминаю, мы сейчас говорим о том, об основах, для чего нужна пастырская опека или пастырское консультирование. Потому что если мы не поймем, для чего это нужно, мы не сможем помочь людям. Поэтому будьте со мной, и очень важно, чтобы мы имели правильное основание. Мы говорим о библейских основаниях, о библейских основах, на которых мы можем строить наше консультирование. Итак, сердце человека стало центром злых мыслей. И это зло обретает разные формы. Например, воровство, убийство, прелюбодеяние, греховность, жадность, обман, сплетни, гордость, ложь. Иешуа сказал. Марка 7, Иешуа сказал.
с 20 по 23 стих. То, что выходит из человека, продолжал он, вот что делает его нечистым, потому что изнутри, из человеческого сердца, исходят злые мысли, половая безнравственность, воровство, убийство, супружеская неверность, жадность, злоба, обман, непристойность, зависть, клевета, тщеславие, глупость. Все это зло исходит изнутри и делает человека нечистым. Это темная сторона человечества. И нам нужно понимать, что есть вот эта темная сторона. Но есть также и надежда для человечества. Писание учит нас, что есть возможность освободиться от этих вещей. Для нас, как верующих, Бог восстанавливает тот образ, который исказился во время падения. Господь преображает нас в образ Мессии. 2 Коринфянам 3:18. Итак, все мы с непокрытыми лицами видим, словно в зеркале, славу Господа, и преображаемся в Его образ от одной степени славы к следующей посредством Адоная Духа. Одна из вещей, которую важно помнить во время консультирования, что если приходят к вам люди на консультирование, которые не являются верующими, то первый шаг — это убедиться, что они стали верующими. Потому что если они не станут верующими, вы не сможете им помочь. Или, по крайней мере, вы не особо им поможете. Потому что когда мы входим в отношения с Иешуа Мессией, этот процесс начинается. Мы изменяемся Духом. В теологии это называется прогрессирующее освящение или прогрессивное. Когда мы становимся верующими, Бог нам дает новую природу. Он поселяется в нас, и Он наделяет нас силой. Римлянам 8:9. Вы же отождествляете себя не со своим старым естеством, а с Духом, если только Дух Божий обитает в вас, так как всякий, не имеющий Духа Мессии, не принадлежит Мессии. С другой стороны, на основании этого стиха появляется теория о том, что если человек становится верующим, то он больше не имеет проблем ни с грехом, ни вообще каких-либо проблем. Однако люди, которые являются сторонниками этой идеи, они упускают один момент, который говорит текст. Здесь говорится, что вы больше не контролируетесь старым естеством или не отождествляете себя, а с Духом отождествляете себя. И это суть верующих людей. Потому что дальше он говорит, если только Дух Божий обитает в вас, тогда все имеет смысл.
потому что Павел также говорит и противоположное, что всякий, не имеющий духа Мессии, не принадлежит Мессии. То есть ключевым моментом для верующих является то, контролируемы ли они старым естеством или нет. Используя в основном Библию и послушание, мы можем обрести силу, энергию и измениться. И здесь, естественно, очень важно библейское консультирование. Мы становимся частью Божьего великого плана. И все движимо Духом, все движимо Духом, который запускает процесс восстановления. Когда вы занимаетесь консультированием, то смысл в том, чтобы принести восстановление в той форме, которая необходима. Иногда это восстановление отношений с Иешуа, с Отцом, но также иногда это восстановление отношений между верующими. Я считаю, что это огромная трагедия. It is a tragedy. I don't understand. Okay. If we are living within the Spirit, и я считаю, что по сути это своего рода трагедия, когда мы как верующие должны проходить консультирование, чтобы понять, что нам нужно восстанавливать отношения с другими верующими. Нам нужно помнить, что как верующие мы должны быть в тесных и хороших отношениях друг с другом. Мы можем использовать этот процесс трансформации. И мы становимся частью этого процесса восстановления. Матфея 28, 18-20 стих. Когда они увидели его, пали ниц перед ним, но некоторые колебались. Иешуа подошел и поговорил с ними. Он сказал: «Вся власть на небе и на земле предана мне. Поэтому идите и делайте тальмидим из людей во всех народах, погружая их в сущность Отца, Сына и Руаха Кодеш, уча их исполнять все, что я заповедал вам. И помните, я всегда буду с вами, да, до конца века». Я хочу кое-что в переводе посмотреть, проверить. Sorry. I've just read the same translation as you used. Say in another translation, not the one that you're using right now, and all another Russian translation.
actually the same. Huh? Actually the same except the names like Ruach HaKodesh. Father, Son, and Holy Spirit. Yeah. But in this translation is in the personality, or yes, that's correct translation. That's why I wanted to check. In the entity, right? Or yeah. Okay, because here in several English translations it says baptize them in the name of Father. И Роджер говорит, что правильный перевод здесь не погружая их во имя Отца и Сына и Святого Духа, а как я прочитал, в сущность Отца, Сына и Святого Духа. То есть получается, что, опять же, это не просто крещение во имя, это крещение в реальность, это крещение в ежедневное переживание и познание Бога. Многие проблемы решаются, когда люди понимают, что отношения с Богом должны стать реальностью ежедневной. Если люди к этому не стремятся, то, конечно, появятся многие проблемы. Колоссянам 1:28-29. Мы со своей стороны, провозглашая о нем, предостерегаем, смело наставляем каждого со всякой мудростью, чтобы представить каждого человека как достигшего цели в единстве с Мессией. Именно для этого я усердно тружусь, направляя на это все свои силы, которые Он во мне столь могущественно пробуждает. Здесь описаны определенные элементы, которые включают, которые включают в себя консультирование. Консультирование подразумевает, естественно, определенные провозглашения, в первую очередь провозглашение Иешуа как Мессии и господство Отца. Также консультирование включает в себя предупреждение, когда люди идут по неправильному пути. Также во время консультирования мы должны иметь возможность противопоставить истину. И обличить человека, потому что некоторые люди, они боятся как бы обличать людей или являть им истину в ответ на их какие-то понимания. Если вам не удастся этого, то вы не сможете провести хорошее консультирование. Или вы не сможете правильно опекать человека. Если вы хотите просто сглаживать проблемы или сглаживать углы, или только утешать человека, то тогда у вас не получится. Вам также нужно иметь возможность учить, чтобы помочь людям понять, как им нужно расти.
и что им нужно сделать, чтобы выйти из, из их проблем. Если мы сами имеем хорошую связь с Отцом, тогда мы не будем сомневаться, можем ли мы делать это или нет. Как и в любой вещи, есть часть, которой мы учимся. Но в служении и того, что касается служения, важным элементом является помазание Святого Духа. Это вопросы. Которые, с которыми мы сталкиваемся. Филиппийцам 4, 13. Я все могу совершить при помощи того, кто дает мне силу. И этот стих, он важен как минимум в двух вещах. Что если нам нужна сила, мы знаем, откуда ее получить. И этот текст четко говорит, что источником моей силы является мои отношения с Ишуа. Если мои отношения с Ишуа не в порядке, мне не будет хватать силы. И ничего не произойдет. Если мои отношения с ним хорошие, тогда не будет ничего невозможного для меня, и об этом говорит этот текст. Нам нужно и то, и другое. Потому что идет за нашей жизнью идет война. И эта война, она только усиливается. И она препятствует восстановлению, которое должно произойти. Нам нужно также помнить, что мировая система этого мира, она также противостоит нам. Если вы занимались или занимаетесь консультированием или опекой, очень часто вы будете подвергаться критике со стороны мира. Вам будут говорить, что вы не видите реальность вещей. Или вы всегда обвиняете дьявола во всех проблемах. Нам нужно понимать, что мир не думает так, как мы думаем. И это нормальная ситуация. Иоанна 15:18-19. Если мир ненавидит вас, вспомните, что сначала он возненавидел меня. Если бы вы принадлежали миру, мир любил бы то, что принадлежит ему. Но так как вы не принадлежите миру, ведь я отобрал вас у мира. Мир ненавидит вас. Мир, он возвышает зло в самый высокий ранг. Иоанна 3, 19-20 стих.
Вот в чем заключается осуждение. Свет вошел, пришел в мир, но люди полюбили тьму, а не свет. Почему? Потому что их дела злы. Так как всякий, творящий зло, ненавидит свет и избегает его, чтобы не обнаружились его дела. Множество вещей будет действовать против нас. И чем глубже мы будем входить в это понимание, тем больше мы будем видеть, что наши действия совершенно отличаются и должны отличаться от мирских. Говоря о том, что Библия учит нас в плане консультирования и опеки, мы видим, что есть счастливый конец. В окончательной истории человечества верующие христиане, они обретают спасение. Они получают прощение через Иешуа. Они отправятся на небеса. И в какой-то момент мы получим наши воскресшие тела. И это надежда. И это надежда, которую мы также можем давать другим людям. Tito 2:13. Sorry, I need to use another translation for Titus because it's something different. Tito 2:13. Пока ожидаем того благословенного дня, на который надеемся, когда снова появится во всей славе своей наш великий Бог и Спаситель Иисус Христос. С одной стороны, ну, это определенная проблема или неудача, что мы до сих пор должны говорить об этих вещах. Что мы сталкиваемся со многими сложными и вопросами в наши дни. Что мы сталкиваемся с проблемами и борьбой в этой жизни. С психологическими проблемами, проблемами взаимоотношений. Мы очень часто говорим об ученичестве. Как способ, который обеспечивает нам рост, как верующих людей. Но я верю, что есть очень важное место сегодня для пасторской опеки. Теле верующих, но также и вне его. И эти вопросы, они должны решаться. То, что мы сейчас увидели, дает нам основание. Оно говорит нам о том, с чем мы сталкиваемся. И почему это так важно. Как мы уже увидели, что пасторская опека и пасторское консультирование, оно имеет определенное призвание, определенное видение. И оно отличается от того, что видно, что мы видим в этом мире. В мире существует очень много способов психотерапии, которые рекламируются.
есть среди них встречаются схожие и кардинально отличающиеся подходы. Но все они стремятся к тому, чтобы исправить проблемы людей. Но я, как я уже сказал раньше, я верю, что мы можем получить огромную пользу в этом плане из Библии. Потому что очень много проблем и вопросов обсуждается непосредственно в Библии. Давайте сейчас посмотрим на ту информацию, которую мы можем найти в Библии. И, может быть, мы сделаем вывод о том, как мы можем это применять в этом мире. И некоторые вопросы будут больше техническими. И поэтому необходимо будет терпение для этого. Притчи — это книга, в которой сплошь и рядом встречается совет. У нас будет время для вопросов, но сейчас пока продолжим. Книга Притчи, она дает нам образ правильного, правильной жизни в Боге. Один из переводов слова на иврите, которое переводится как притчи, говорит о том, что это книга сравнения. И призвание этой книги провозгласить торжество морали. Okay. This concept is captured in Proverbs 24, verse 6. Эта концепция описана в притчах 24:6. Okay. There it says, Yeshua, Messiah. That's the wrong one. In Proverbs 24, verse 6, for by wise guidance you will wage war, and in an abundance of counselors there is victory. Ибо обдуманно будешь вести войну свою и помощь в силе советника. Okay, there are two things here. Здесь две важные вещи. We need wise guidance. Нам нужно мудрое водительство. Now, where can we find that the best? И где мы можем его найти самое лучшее? In scripture itself. В самом Писании. But also, но также, it goes on to say, in an abundance of counselors, there is victory. Сказано, что помощь в силе советника. We will sometimes need to work together. То есть нам нужно сотрудничать вместе. To really see that victory in someone's life. Чтобы видеть победу в жизнях других людей. Because we all have a different perspective. Потому что у нас у каждого разные взгляды. And each one of us has gone through different situations in our life. Каждый из нас проходит разные ситуации в жизни. And so through that, as we put those things together, we can come to a much better advice or a much better solution. И когда мы сотрудничаем, мы можем прийти к лучшему решению, лучшему результату. In Isaiah chapter 9, verse 6, Yeshua as Messiah was designated as Wonderful Counselor, Mighty God. Isaiah 9, verse 6. Исайя 9, 6 стих. Can you repeat again, please? Yeshua, as Messiah, was designated as Wonderful Counselor, Mighty God. Yeshua, Мессия, он был предопределен как Бог крепкий и как советник вечный. Paul expanded on this in Galatians 2, verse 3. Галатам 2:3. No, Colossians. Колоссянам 2:3. Colossians 2:3. Okay. Paul wrote,
in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. He was talking about Yeshua, Messiah, of course. Именно в нем сокрыты все сокровища мудрости и познания, и речи о Ишуа Мессии. Okay. From this point on, и с этого момента we will analyze several New Testament Greek words. Мы рассмотрим несколько греческих слов из Нового Завета, related to defining what is counsel and what is care as a believer. Которые говорят о том, что такое совет и что такое, можно сказать, консультирование для верующих. As we do this, I hope we will get a much broader picture. И благодаря этому я верю, что мы получим более широкую, обширную картину. On the definition of what it means to be to do pastoral care. В отношении пасторской опеки. Okay, the first one is gnom, which means to know. Gnom. Первое слово это gnom, okay, которое обозначает знать. To know. It to know, to perceive, or to reason. Знать, понимать, рассуждать. In its application, it refers to a view of judgment or opinion. И применяется оно чаще всего к выражению мнения или рассуждению или же осуждению. As what should be done to resolve a situation or an issue. То есть, что мы сделали для того, чтобы разрешить ситуацию. In its broad sense, it means to do something as a result of knowledge. В более обширном смысле это означает сделать то, что-то на основании знания. Okay, Luke uses this word in Acts. Лука использует это слово в книге Деяний. Acts chapter 20, verse 3. 20 глава, 3 стих. And there he spent 3 months, and when a plot was formed against him by the Jews, as he was about to set sail for Syria, he determined, Kanom, to return through Macedonia. Which chapter? Acts chapter 20, verse 3. Okay, Acts chapter 20, verse 3. Третий стих. Yeah? Лука писал Деяния, если вы помните. Can you read again, please? Okay. And there he spent 3 months. And when a plot was formed against him by the Jews, as he was about to set sail for Syria, he determined, Kanom, to return through Macedonia. Где пробыл 3 месяца, и как раз перед тем, как он собирался отплыть в Сирию, иудеи составили против него заговор, и он решил отправиться в Сирию, пройдя снова через Македонию. Where is Knom? Because we have another word. He determined to return through Macedonia. Он решил, или как там все пришло ему на мысль, вот это кном. Okay, it should contain some idea of, okay, through some form of knowledge, he decided not to go that way, but to go another way. То есть, получив определенное знание, он решил не идти таким путем, а отплыть другим путем. And you will need that sort of knowledge at some point. И нам необходимо будет такое знание в определенных моментах. So you to be able to decide what you really need to do. Чтобы иметь возможность решить, что нам действительно необходимо делать. Okay, the next word. Следующее слово. Is bole, which means advice or plan. Bole. Bole. Yeah. Следующее слово это bole. Оно обозначает it means. It means advice or plan. Это оно обозначает совет или план. It's determining a course of action. То есть определение порядка событий или действий. It can be also interpreted as counsel. Также оно может переводиться как совет. Piece of advice. Yes. Or to resolve a matter. Консультирование или же разрешение спора или проблемы. It's used
concerning the counsel of God. Оно используется для описания совета Бога. And also the counsel of men. И совета человека. Okay, in Luke, in Luke chapter 7. Луки 7. Verse 30. 30 стих. Luke chapter 7, verse 30. 30. Yeah. Okay. 30. Луки 7:30. But the Purim and the Torah teachers, by not letting themselves be immersed by him, nullified for themselves God's plan. А Пуршим и учителя Торы, не приняв от него погружения, отвергли Божий замысел в отношении себя. Okay. God had a plan for salvation. У Бога был план спасения. And we can ignore it. Но мы можем его игнорировать. Okay, that's the counsel of God. Это Божий совет. Okay, the counsel of men. Совет человека. Luke 23:51. Луки 23:51. Luke 23 and 51. Луки 23:51. Okay, and there it says. And he had not been in agreement with either the Sanhedrin's motivation or their action. He came from the town of Ramathaim, a town of the Judeans, and he looked forward to the kingdom of God. Не был согласен ни с намерениями Сангедрина, ни с его действиями. Родом он был из Раматаима, города Иудеян, с нетерпением ожидал Божье царство. Okay, and this word here is agreement then in the English translation. Вот это слово «не был согласен». Okay, are we clear on that, or is it a little bit too unclear? Да. Yeah, they just asked about the word in okay. Another translation. Не был согласен, не участвовал в совете, или как там в вашем переводе. Okay. Да. Another example can be found in Acts 27, verse 42. Деяния 27:32. To understand the definition. Чтобы понять. And the soldiers' plan, Bole, was to kill the prisoners and that none of them should swim away and escape. 27:32. So they had consulted together. Тогда sorry. Acts 27:42. 42 стих. Солдаты решили было убить узников, чтобы ни один не мог уплыть и скрыться. Okay, so the soldiers have consulted together to make a plan. Решили вот это слово, то есть они как бы собрали совет. Okay, in pastoral care or pastoral counseling. И в пасторском консультировании или пасторской опеке. It's important that you make a plan. You make a plan of action. How are you going to accomplish this? Важно составлять план действий также. So once you have defined the problem, и когда вы определили проблему, then you need to define how you're going to deal with that problem. Нужно понять также, как и решить эту проблему. Okay, we're going to come to some of the solutions later on, but. Мы еще поговорим о решениях проблем. Париклесис. Again, please. Париклесис. Париклесис. To call along one side. Призывать на свою сторону. It means to bring someone in who can give counsel, comfort, and encourage. Это значит призвать человека, который кого-либо, кто может дать утешение и совет. It also has the meaning of advocate in someone's behalf. Также это означает быть адвокатом от имени от чьего-то имени. In 1 John. 1 Иоанна. 1 John 1:21. 1 Иоанна 1:21. 1 John 1:21. Oh, sorry. No. No. Ошибка. Error. 1 John 2:1. Sorry. 1 Иоанна 2:1. 1 John 2:1.
Are you sure? My children, I'm writing these mm-hmm. things so that you won't sin. But if anyone does sin, we have Yeshua the Messiah, the Tzadik, who pleads our cause with the Father. Дети мои, 1 Иоанна 2:1-2. Дети мои, я пишу вам все это для того, чтобы вы не грешили. Если же кто все-таки совершает грех, у нас есть Мессия Иешуа, Цадик, ходатайствующий за нас перед Отцом. Okay. In that sense it's used. И вот это слово используется именно в этом смысле. John used it. Ходатайствуй, да. John used it as a John used it of the Holy Spirit as a comforter or helper. The Holy Spirit? Yes, in John 14:16. I think you're still talking about 1 John 2:1. No, I have moved. Because they have a question about this second verse in 1 John 1:2. Because the word he is interceding, do you mean this? Yes. The word interceding, yeah. Yeah. Вот это слово ходатайствует, это вот это параклесис. Or it actually it's translated as tazidik, yeah? Interceding? In Stern's translation. You mean Yeshua the tzadik? Yeshua my Messiah, the tzadik. Tazidik. Yeah. It's translated in the Hebrew, not in the Greek, okay? Yeah. Yeah, but then it says... who is interceding? Interceding for our cause with the Father. Yeah. Yes, yes. Okay, so that's the context of it. Okay. That it's someone that comes alongside то and вот helps resolve a problem or an issue. Как там в синодальном праведник или как там ходатайствует? Okay. Вот и вот это праведник, то есть это тот, кто как раз приходит на нашу сторону и от нашего имени ходатайствует, как адвокат. Okay, is it clear now? Yeah. Wonderful. Also, in John 14:16, Иоанна 14:16. John used the same word to describe the Holy Spirit as comforter or helper. Иоанн использует то же самое слово для описания Духа Святого как утешителя.